В Магадане продолжают строительство физкультурно-оздоровительного центра с плавательным бассейном по улице Октябрьской. На сегодняшний день выполнено уже более 60% работ. Возведены фундаменты, монолитные стены, перекрытия, выполнен монтаж фасада, окон и витражей. Напомним, что заказчиком работ является департамент СОТЭК мэрии Магадана. Подрядчиком выступила компания КБК «Соцстрой». Общая стоимость контракта более 260 миллионов рублей. Средства выделены из областного и городского бюджетов. На данный момент на нашей стройплощадке находится 63 строителя. Вот. Работы ведутся одновременно по разным направлениям. Приступили к отделочным работам. Планируем начать заниматься инженерными сетями. То есть процесс идет в графике строительства. Напомним, что особенностью проекта является то, что в бассейне будут установлены две чаши – большая, обычная и малая для детей-инвалидов, а также предусмотрен подъемник для людей с ограниченными возможностями. По контракту бассейн должен быть готов к ноябрю этого года. По словам строителей, в сроки они укладываются.